Харькове Мерседес на огромной скорости влетел в остановку общественного транспорта. Погиб 63-летний мужчина, еще 3 человека были травмированы. Водитель и пассажир Мерседеса доставлены в больницу. Харьковский журналист Вячеслав Мавричев, который выложил в сеть фотографии с места происшествия, утверждает, что на асфальте отсутствует след тормозного пути. Почему водитель даже не пытался затормозить, предстоит выяснить следователям.